Жители Федоровского района заявили о массовом заморе рыбы в реке Большой Караман. На место выехали специалисты. Были взяты пробы воды, экологи определили по ним уровень кислорода, наличие нитратов и нитритов. Но никаких вредных веществ в пробах не обнаружили. Как, впрочем, и погибшие рыбы. Как выяснилось, ее жители видели в реке еще летом. И лишь спустя месяц обратились к депутатам Госдумы с просьбой отреагировать на ситуацию. Пока их заявление прошло все инстанции, минуло еще несколько недель. Хотелось бы, конечно, обратиться к жителям Саратовской области. Если возникла вдруг какая-то, на ваш взгляд, возникла непонятная ситуация в окружающей среде, в природе, обращайтесь, пожалуйста, сразу в надзорные природоохранные органы на местах. Это будет более оперативно.